передай привет Валерчику. Валерчик, привет. Хочешь Валерчику привет передать? Привет, Валерчик. Валерчик, привет. А мы на фуршете. Вот нашу честь. Скажи, как называется ресторан? Ресторан Мускат. Валера нас не поймет, я думаю. Валера, привет. Валерчик, привет. Эй, давай. Только этот, ты должен выпить как тёлка, как тогда. О. Вот, Валерчик, это для тебя. Погоди, погоди, сколько ты налил коньяк? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Валерчик, это для тебя. Да нет, ты не сможешь. Смотри. Вот так. Привет, Валера. Свинья, я фотоаппарат на лучше. Мы взяли Олимпус, а он оказался не классный. Да, теперь берем Кэнон. Валерчику привет. Валера, ты говно! В общем, Валера, ты падла. Я тебя ненавижу, буду ненавидеть всегда, потому что ты уехал. В общем, удалю тебя сейчас с контакта, да. Валера, несерьезные отношения. Вот здесь покажи ему. Тебя не хватает. Очень несерьезно. Возвращайся в семью. Валера, ты нас огорчил сильно. Ты такой козел, то что ты уехал от нас. Только ты приедешь, мы тебя сильно-сильно побьем. Валерчик, ну тебе реально не хватает. Смотри, какое бревно. Бревно супер, детка, а? Валера, ты козел, ты какого уехал? Ну, так нельзя. Валер. Почему тебя здесь нету, когда все тут собрались? Слишком много пропускаешь меня. Яу, мэн. Херсон — это город-герой, город с историей. Возвращайся, он ждет тебя. Короче, вот этот Валерчик, вот это поехал, вот это в Киев. Рабочим стал человеком. Мы его художником был, молодцом. А сейчас что там? Свиньями вот этими работает. Нафиг он уехал, вот мне без него грустно, вот я вот лежу, слезу могу пустить, могу этот, ну еще там что-то могу, ну в общем, короче, лох он тупой, зачем он уехал, баранюка ты ушлепищная, ты ролетная проститутка политическая, продал Херсон на Кый, столицу захотелось ему, элитных блядей ему захотелось. Валерушка. Валерчик. Зря тебя тут нету. Зря тебя нету здесь с нами. Пропускаешь все события. Ага. Валеренька, ты такой хороший мальчик, такой добрый. Мы так привыкли к тебе. Ты всегда у нас был. Мы так скучаем без тебя. Зачем ты уехал в Киев? Возвращайся назад. Валерчик! Валера, меня видно, Валера? Я тут! Валера, мы находимся на детской площадке. В городе Новая Каховка. Мы являемся, кстати, организаторами. Ну, я думаю, тебе уже рассказывали. Но мы, короче, очень жалеем, что ты не приехал. Ты козел! Мужик, ты реально козел, потому что мы тебя очень-очень сильно ждали. Валера, ты такой дурень. Тут так классно. Это моя дача, помнишь, мы сюда приезжали, тусили тут на мою дню, а тебя нету тут, Валерчик. Сегодня год, как мы с Марькой вместе. Нам тебя не хватает, Валерчик. Возвращайся к нам. А у нас есть тот, а у тебя нема. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Валерчик, ты такая мазафака. Мне тут не с кем батловать. Вот что мне теперь делать? Пойду утоплюсь. Жалко, конечно, что ты уехал. Вот мы тебя здесь вспоминаем, и Сережа, я тоже вспоминаю.
часто. Вот. Ну, как бы это твой выбор. И я просто желаю, чтобы у тебя все получилось, то, что ты задумаешь, все, что ты хочешь. Вот. И самое главное, желаю, чтобы ты, когда станешь знаменитым и, ну, вообще, все, когда у тебя все вот это будет, чтобы ты не забывал своих друзей и как-то поддерживал отношения, чтобы это была настоящая дружба, проверенная временем и разными другими испытаниями.